1 сентября в Хасавюрте состоялось торжественное открытие новой средней школы номер 19, рассчитанной на 1000 ученических мест. Новая школа стала одной из самых крупных во всей Республике Дагестан. Участие в торжественном открытии принял почетный гость мероприятия, заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, глава города Зайнудин Акмазов, первый заместитель министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Арслан Арсланов, депутат Народного собрания Республики Дагестан Висампаша Ханалиев, руководители городских, республиканских и федеральных ведомств, директора и педагоги образовательных учреждений города. Первым слово для приветствия было предоставлено Рамазану Джафарову. Очень приятно, что в этот день в Хасавюрте, в славном городе Хасавюрте, открывается новая школа. Уверен, что здесь созданы все условия для комфортные условия для того, чтобы дети могли нормально учиться, созданы прекрасные условия для педагогов. И думаю, что выпускники этих школ выйдут из стен этой красивой школы обогащенными знаниями, воспитанными в духе патриотизма, любви к родине, к своему городу. Открытие новой школы – это, безусловно, радостное и долгожданное событие, которое стало подтверждением правильного курса главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, направленного на удовлетворение потребностей населения, отметил в своем выступлении Джафаров. В продолжении глава Хасавюрта Зайнудин Акмазов, поздравив с праздниками Курбан-Байрам и наступлением Дня Знаний, отметил важность открытия школы именно в данном микрорайоне. Сегодня в жизни города большое событие, хорошее событие. Мы открываем новую школу. Это одна из лучших школ республики, одна из больших школ республики. Здесь созданы все условия для того, чтобы учащиеся получили современное качественное образование. Эта сдача таких школ в нашем городе стала результатом большого внимания руководителя нашей республики Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова, правительство республики. Слова восхищения и благодарности выражали также родители и близкие школьников, отмечая, что все сделано для комфорта и удобства учащимся. В классах установлены умывальники, имеется современное оборудование. Мне нравится. Дети тоже были очень рады. Первый класс тоже поступили. Племянники и мой брат тоже. Нам здесь все очень прекрасно нравится. Как рассказывает директор школы Узайри Коргулиев, сегодня только первоклашек составило более 220 учеников. В школе созданы все условия. Она полностью отвечает всем современным требованиям проведения образовательного процесса. Теперь школьникам остается оправдать надежды педагогического состава высокими результатами и показателями, сказал Коргулиев. У нас будет одна сменка только. У нас две смены нету. И в этом году мы принимаем 800 учащихся. Из них 560 первую смену, первый по четвертый класс, и 240 второй смену, с пятого по девятый класс. Директору школы были вручены подарки для нового образовательного учреждения от правительства Республики Дагестан и администрации города, после чего для всей делегации была проведена экскурсия по зданию новой школы. Гостям были показаны оборудованные ученические кабинеты, столовая, спортивный зал, оснащенный необходимым инвентарем, классы для детей дошкольного возраста и другие помещения. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».